изготовление праздничных шоколадных наборов доверяют самым искусным мастерам алма-атинской кондитерской фабрики. На предприятии много девушек со специальным образованием, но они не перестают учиться у ветеранов. Около 35 лет работает здесь опытнейшая наставница молодежи Зиягуль Тулетдинова, депутат Верховного Совета Казахской ССР, герой социалистического труда. В честь Зиягуль Тулетдиновой лучший из выпускаемых фабрикой шоколадных наборов назван ее именем.